флагину, потому что. Это было неразумное решение. Может, центр для хилов? Ладно, пускай наслаждаются последним КД без ГП. Только, блядь,
довольно просто. Вторая взлетка, начинаете убивать босса, ладно. Укусы хуй передаете. 8 укусов в рейде, хилу даете укус. Двум. Посмотри, у тебя ж феникс есть, посмотри, чей дебаф, чей укус по нахиле. Посмотри, а можно посмотреть, что тут за... Пишет, этот дебаф от кого поступил есть. Лучше умереть сейчас, чем опять собирать реагенты для этого. Мне тут не хватает строчек глянуть. Столько шмаков, что шатдон забагался, да? С их помощью мы пробьемся через зал. Однажды мы с тобой чтоб сражались лучше, плечо кстати, в плечо, вроде, но да? Ты оказался предателем. Иди же, встречай свою вторую смерть. Выманите их сюда, и мы вам поможем. Зубы ему надо сразу. Да ты что, брат, не врыт, а он за мной. Дарки, сколько там тебе остается? Хау почту перенес на этом, так что раз. Еще мобильный банк. О, еще Галлок подошел. Штук прям вообще нормально. Главное качество, а не количество. Галлок нормально. Просто боссы становятся интересными. Ну что, последний не этот босс остался. Остальные нормально. Че, Валя? Один раз можно. Не почему, там же Дизаром можно нормально. Окей, стой. Есть мобильный банк. Ты как саперов, да? Один раз подошел. Урод неспокойный урод. Видео кто там, да, устал? Владимир. Хонором, да? Мэнни, вон пишет, и лучший дал стан. Сейчас прибудет ее подкрепление. ЕП, быстро покончить. Да, ЕП надо ему кинуть. Глупый Крок, ты сам привел мне подкрепление. Восстаньте, чемпионы Земли. Я отвлеку ее на себя. Верните наших братьев обратно в могилы, а потом мы покончим с ней. Соединитесь ко мне в этом упоении и смертью! Ты чтоб тебя тоже копили, то ли?
Практически. Простите. Только хотел спросить, а чё никто не хилит? И смотрю, хилит. Они читают твои мысли. Кто копьё-то взял, может, кинете уже? Сейчас фулл хп сделаю, тогда можно. Адванс. Буква Б сумку открывает, внимание. Сука. А у меня нет. Куда он делся, я не знаю. Сумки копье искал, пока второй не появился. Хорош бить. Вы же знаете, что она хилится? Да видимо нет. Когда она не щит. Очень сложно все, конечно. Блин, моя душа килл, говно. Необычная механика. Хорош бить. Экзекьютка, блядь. Ну да, понял, там 23% и щит висит, надо было хуярить, чтобы ее достапать. Они жили и умерли во имя серебряного Ананда. Кому же под силу очистить это пристанище? Сумонти, Будапешта, да Лока. Писаешь, ближе к делу напишешь, да? Да, Лока суманите и Будапешт. Полин, спекнешься? Как скажете, так и будет. В портале у нас, значит, Вульф, Далок и Полин. Япончик, Луцин, не хочу чипсы на рейде. Че на баф пул? Я не спекну. Видишь, как спекнешься? Вульф, Далок, Полина. Танки вперед. Войд справа, враск слева. Чужаки ворвались во внутренние вагоны. Уничтожь. Ну ладно. Сами разберетесь. Герои, вы должны мне помочь. Мои силы на исходе. Залечите мои раны. Я
где там две капли? Где-то печалится один йотун. А что там упало? Пояс. Узами война была раньше. Зачем призрак? И за ними ходили вот подряд. Я помню то, что выпал как-то этот поезд два раза подряд. Последний он раз, я тогда помню, пианист забрал себе на ДКшку, и потом он еще раз выпал. Можно репав? Ну, ты же понимаешь, что это поезд не на ретро, ты уверен, что ты его хочешь взять? Нет, он никому не нужен. Топовый паладин на подходе, да? Вообще, блин. Без реалити 5 лучше с профа брать. А это так, херня. Почему в реалиях, блядь, там же силовой самый топовый, не? Вообще. Говорю, без реалити 5, топовый с профа кожаный. Мы ждем. Спущусь на лифте. За ОД типа тоже нормально, спасибо. Уходим в комнату. Кто-нибудь вальс. Никто там не стоит. Ничего, не ходит, не ходит. Сейчас я кину лужу, будет хана мне. Так,
Дезерон написал, что целительный ливень будет отключен, пока связанный с ним баг не исправят. Прикольно. А как нам хилить? Т4. Всегда рулит. Все нормально. ПМ на роботе лужу очень спасало. Бьет просто и слава процесс. По 25к уже не посмотрим. Ну, типа того. Оптимисты будет. А вы еще в око не ходили? Я не знаю, ну а че? Давай я говорю про товары сделаем, чтобы он с одной тычки, блядь, за гро миллион набирал. Пропал, вначале и так будет такая радость. Открываешь пал, пять раз собираешь максимум шмот из блока. Даешь скулу борс. Хотя там будет что-то близко для мухи. У вас пушка не проканает. Т5 Е2. Просто посмотри, Раска, что делает с кусками Т5 печенька с роботом. Магазин открываешь и смотришь, поймешь, о чем я говорю. Там что, какой-то урон увеличивается? Там на всех шмотках появляется блок. Именно показатель блокирования щита. Не голимый рейтинг блок, а именно хороший блок. Так он сейчас есть. Он сейчас есть, блядь, блок щита. Нет, ты, блядь, сумку приношу его, ой. Он и в обычном Т5 Б2 есть, этот блок щита. Конечно, он и в обычном есть Т5, просто переделали. Вапну там чуть больше будет соло. Есть, но нет, продолжается. Ты думал, печенька статы меняет, но это конечно. Там статы поменяли первый же день, как опять переделали. А, ну он типа у меня отображается сейчас вот наконец на башке, плечах и грудах. Но в Т5 Е2 будет еще на перчатках. Много причем. Ну Т5 на перчатке не дают плохо вообще. Да. Т5 Е2, там 200 с чем-то был вчера, ты передавал кто-то. Нет, он на Т5. Т5 Е2, говорю. Слинканус по магазину. Хочешь сказать, там третий стат появится, защита меткости блога будет давать? Это будет пиздец, ма. А сейчас комплект посмотри. Куча. Я при вчера линковал, что на перчатках было 200 с хреном блок. Ну это третий стат на перчатках появился. Да, да, это вот вчера было. Сейчас тут найти пытаюсь. Кто-то танкует? Кто? Нету. Защита и меткость, все. А, уже убрали, значит. Там было вчера просто блока больше, чем на перчатках с Клинтас. Чего нет? Не было. Баг просто кэшку вычистил. Ага. Может баг, не знаю. Вчера то, что Эпик линковал, там было аж 200 с хреном. Это... У меня тоже было на кучке Эпик. Хочу ставить под свет и пакет, и по урону поменять. И соответствие света, по урону поменять. Он меня лагает, давай, чтобы сразу очередь. ДД попал.
робота только одна печенька падает? Да. Все как работает. С роботом скинь. Я подпитил просто на чистом, правильно? По литре нет, не давал. Посмотрите, как мне показалось, у меня вдруг. Кто это там у нас еще? Золонотель ты давал, да? Да. Нормально, знаешь. Правильно, там он 18 минут, 20-30, это все правильно там. А другая Дима, а это Войт. Да ладно. Я просто привыкла, что не ценю смешку. Больше не поймаешь. Дима, Дима, ты читатель? Давно уже как? Я танчить хочу, а у меня отбирают, понимаешь? Слот танк. Так же, как я ТД. Я уже несколько КД на вальсе просить быть в ДД, меня так не слышно. Плакать, да, так, чё вы жалуетесь? У меня вообще ВП, я каждый рейд. Это неправда. Ну да ладно, поехали. Попросили села, я спец. Правда так неправда, говорю же. Первый раз про Вальку. Помню, что ты про робота просила. И про Вальку просила так же. Пока татка на ботинке нет. 3 минуты перекур. Молодцы! Зачем вы сюда явились? Ледяные ветра Нордскола унесут ваши души! У него просто рот большой. Быстро все скушает. Ну если большой рот, это не значит, что он быстро кушает. Наоборот, чем меньше, тем лучше. Мы сейчас точно о рте говорим? Точно. Ну я мы с тобой пошлить не будем. Ну, я Эджи резал, он не хочет вставать. А с какой частотой у нас вообще в принципе падает пояс с ребра? Просто мне кажется, что он раз в 10 кдшек падает. Вот я его первый раз увидел. Когда я забрала? Нет, сегодня пояс забрал я. Я о нем мечтаю уже очень давно. Ладно, отойду сейчас, приду. Я помню, его тогда то ли Кир забрал, то ли Дарк из последних. Наверное, месяц назад уже. Да больше. Наверное, даже больше. Я недоумеваю. Значит, у латников есть шея СРС-ки, у кастеров теперь есть шея 284-я сока. Где, блядь, агильная шея? Что за дискриминация? Это дискриминация, правильно? У суки. Где-то вдалеке плачет один. Где-то плачет Тимыча. Кстати, насчет Тимыча. Вы знали, что вчера они траили РС, и Тимыча упало и Чеха, и Кольцо? Я вам запись стрима скину, там, на секундах, он заорал. Я никогда не слышал, чтобы Тимыч так орал.
Сам-то ты орал, как, блядь, на Фениксе, вспомни. Ну это да. Ну там прям счастье невероятное. Ну шо, порадуемся за человека. Дай бог, чтобы он дамажить начал. Ну он начал дамажить, кстати. Потому что раньше в своем гире он дамажил на 271-го. И то не... А что такое? Ну да, я заорал на Аларе. Так сколько мы его траили, сколько можно? Конечно, там счастья было много. О, походу перерыв продлится. Нет, 20 минут, а можно ебнуть. На, качек. Кому из миликов не нужна Синдра? Мне. Да тебе нет смысла писать, просто все равно не пустишь. Блин, когда один класс в рейде, ясен хрен, я его не выпущу. Почему я один, там он дохуя? Один дротпал. Так, Делорус. Послакаешь, заходит Кирс. Просто я тоже хочу чекать. О, кстати, я спросить хотел. Тут, может быть, квык никому не нужен. Если у я останусь, тебя... может, я на всех сгору. Тебя кусочком разберут за этот квык. Ну, просто охуенно некоторые челики устроились, чтоб я так, блядь, жил, когда тебя берут только на босса, на котором тебе, а, блядь, остальное на замене сидеть. Это охуенно. Да, тебя точно за клык скушает. Кто-кто? Хуй знает, на кнопку нажимайте, когда говорите. А ты меня не слышал, что ли? Нет, ничего не понял. Тебя Войд за клык скушает. Войд? У Войда что, нет клыка? Ну вот он сейчас рыбку там докушает, или что он там кушает? Придет и тебя скушает, если ты у него из-под носа заберешь. Клык, этот... клык заберу я. Пятая группа хилы. Норси, похилишь шестым хилом. Суманите, халло. Кто на замене, зарыт. Еще Кирс тоже суманите. Нет, мы не пьем ни здесь сапрота, ни на профи. Я уточню, я здесь в хиле или в дет? Да, ты в хиле. А я? В хиле. Танки у нас воют и враска. Облом. Нам облом. Мне 15 минут сопрот. А, хилы, кстати, берут сопрот. Я знаю, Амир. Норси спекнулась? Еще раз спрашиваю, хилы берут сопроты? Хилы, да, могут взять. Мануть надо. Ладно, даже так. Сопрот могут взять 6 хилов и 2 танка. Кто-то капнет, тот сразу же парочку туда положит обратно. Раска, давай быстрее, у меня сопрот 14 минут. Это на дафу клуб. Надо объяву где-то закрепить на сопрот. Глинфу уже сделал сообщение.
Я переделал уже. Где твой фрот-шмот? О, Лёш, спасибо. У меня есть. Я просто этот экономлю. 14 минут. Кирс, Энжи, Броня, чего не хватает? Рыбу поставьте. 300 баф обновите. Лапу там тоже. Да, запах лапу неплохо. Все. Поставьте рыбу, пожалуйста, быстро. Ставлю слева от рейда. Че, на нормальный кулак это не знаю. Послужил, да? 15 минут трибут. Во, как раз у меня сопрот. Давай. Еще раз ручи на пул. Ой, мы тут пришли к выводу, что это очень маленькая. На маунту садим. Враска, у тебя нету резидшмота? Маленький. Мелики, за атаками следить повнимательнее. Здесь ваше вторжение не окончится! Никто не уцелеет! Метки вынесли. Погибни! Слева, да. Да, ладно, близко ко мне подошел. Центру далеко. Дал их встать можешь? Да, он написал, что встанет. Давай. Баф, понял. Две даешь, подними хала. Вы чувствуете, как удел смертный? Трепещите, смертные, ибо ваша жалкая магия теперь бессильна. Вот цель, подними медиксом. Рэнж, держите на метках. Сами должны отслеживать. Слева, близко. Справа очень близко. Справа далеко. Я видео этот прыгал. Этого не резать. Резать.
Ибо ваша жалкая магия теперь бессильна! Да. Это кто-то в рейде повзрывал. Я сейчас одну взорвал, потому что доставал гимнуха. Он две взорвал. Сантей, крест есть? После фазы встанешь. Быстрее разбирай. Встаньте, встаньте возле ромбика. Встаньте возле креста. Припишите, смертные! Ибо ваша жалкая магия теперь бессильна! Теперь почувствуйте! Назад отойдите, РТД хил. Метку влево. Дальше одним шкафом встаньте. Медведаешь, ты лагаешь. Медведаешь написал, что он вылетел в дискорд. Следующий метод по центру ставить. Похиливайте. По центру метод. Блять, глухий такой. Беги, малышка! Вы чувствуете, как ледяная ладонь смерти сжимает сердце? Удел смерти! Сейчас не видно. Дайте кто-то. Энджи поднимает Росборн. Галис, дай, пожалуйста, гимнах. Поздно. Вот, падаем. Кончик. Гим не нужно сдавать на первой фазе, он бесполезен там. Бесполезен. Не бим, да, зря сдавать. А вторую фазу вы как будто каждый РТ, ДВ, вот как ни приду, вы как будто из мозга своего удаляете, форматируете информацию. Вам надо, сука, заново все рассказать. Вы не допетриваете вообще нихуя. Я же объяснял, это, блядь, да. По-русски. За каждой глыбой надо скинуть всему рейду стаки. Не кому-то там из избранному, блядь, а всему. Как это сложно понять? По-русски же говорю, мы же русские люди, блядь, сидим. Не по-китайски я это объясняю. Если вы так будете делать, вы убьете босса с первого трая всегда. А вы дрочитесь на нем, вайпаете. Вам нравится вайпать? Слава, слава. Вдохнула на 62 тысячи. Я тебя спросил, где твой фростер, здесь шмот. Какой вопрос? Почему у тебя инспект танка, у тебя нету хотя бы двух вещей на фростере есть? Враски. У меня была одна, потому что был сопротапнутый, понимаешь? Знаешь, здесь минимум две шмотки надо в ХМе. Это не обычка, чтобы пользоваться одной шмоткой или вообще без регистра ходить. Я говорю, у меня не было времени сделать бутинки. Да, две шмотки, там нужно, чтобы за 365 перевалила цифра твоя. Резиста, это обязательно. У тебя вот сейчас есть время до ребута все это доделать.
Я реломлю, собственно, там. Не знаю, сюда мой любимый босс. Я водил на него 1000 раз ребя и говорил людям, блядь. И вот как только они начинали делать, как им говорят, рейд убивается, пиздец, там никто никогда не падает. Ни танк, ни один человек. Ксенечки, поставьте шкаф, пожалуйста. Вы не хотите убивать. Иди в ванну, или на ютубе вульса. Да чё, всё, просто не знаю, блядь, благо так. Да ничего, меня вообще в колбе не разбили. Я же говорю, приморозило меня и вагу, некому бить. Вам надо все объяснить, блядь, что меточки. Ребят, кстати, просьба. Когда просаженные метки, становитесь, милишники или кто-то возле этих меток, я через вас прохилю глыбы. Потому что сейчас крест и ромб были очень сильно просажены, но возле них никого не было. Да, я проще. Кстати, Войд, встань на месте, остановись на месте, вот там вот ты стой. Я стоял вот так вот от Луциня, меня уебало двойной меткой. Это нормально вообще? Да, надо вот так стоять. Понял? Не-не. Серьезно? Дальше. Не-не-не, Элрей прав, это как бы больно. Смотри, вот так вот стоял. Нет, нормально, да, вот не поняла. Это нормально, блять, что говорит, меня уебало двойной меткой? Нет, ты показывала вот так, ближе ты показывала. Вот так вот надо. Так я стоял, вот так. Короче, вот так. Иди в жопу, дальше становитесь друг от друга, и все. Что это сложно сделать? Между метками должен быть рейндж 10. Рейндж, блять, и... Так он сейчас и был, вот Элрей показывал. Там была не рейндж. И я не понимаю, вот вы говорите, там, блять, волной стану хилить. Какая, ну... Я не понимаю, блять, вот кидается меток, япончик, луцинь, вульф, это пиздец, вас 6 и там в нурте, 6 лрыл, и вы не можете поднять 5 меток, сколько там, 6 меток в гере. В глыбе, вот, в глыбе не прохиливается только гимном, Иршамой, да либо гимн, заранее, ходка, если на них есть ход. Я охотаю по КД. Не-не-не, я Войду говорю, что в данной ситуации я они фил, были просажены, я могла их... Всю парашу, блин. Класс у тебя. Я понимаю про что ты, но такой хуйни, типа, что люди там задыхаются, вообще не должно быть. Не метки. Должно быть, но они метки уже под... были. Рэй, тут? Вот смотри, я сейчас по отношению к Сантей. Вот это 10 метров, блин, он исчез. Ну, к ДК, короче. То есть, если ты стоишь вот так, это уже двойная метка. Тебя уебало? Меня тоже, да. Да. У меня вот сейчас радар включен просто. Я где-то слышал. Ну, вот я стоял вот так вот, от медведоежа. Там специальная так. Ну, как будто это ты был, короче. Да, все равно цепляет. Вот так не цепляет. Слышишь, там специальная тактика была, типа наоборот, 6 меток и по 2 они сбегаются, эти метки, прикинь. Да. Ебать. Мы так в гере убиваем. В чем профит, интересно? Не знаю, да? Очень неудобно. Тебе не надо разбегаться всем рейдом, чтобы дамажить, вы втроем сразу в одном месте находитесь. А разбегаться это, наверное, надо мозг IQ 350, наверное, да, блять, надо, пиздец. Ты попробуй, вон, заставь людей сделать то, что надо. Ебать. Вы просто не хотите. Не хотите. Они не хотят. Поэтому 3 метки нормальные. Они хотя бы такие, не сложно. Да нужен нет, район, но... Который на вас орёт. Там... Ой. Слава. Который говорит каждую секунду, что делать. Метка слева фул хп, подбейте ее, блядь. Вот так не вам бомби. Слава, я тебе говорю, просели метки, они не умерли, все было нормально. Я просто попросила возле них встать. И когда они были бы фуловые, было бы больше времени для того, чтобы ребята разбили. А когда они были просевшие, естественно, меньше времени, чтобы их разбить. Все это понятно, все это круто, охуенно, но вам, если мы на второй фазе. Когда челики не скидывают за первой глыбой мед, этот стаки, таинственную энергию. Не буду уж повторять, что они там. Блин, даже с 13 UK, которые у меня остались от того, что меня въебало двойной меткой. Я умер только после того, как села сестра. Это ненормально. Да. Они должны были подбивать во время. А там метки вообще никто не пьет. Я просто говорю за то, что я могла сделать, решить этот бой. Вот и все.
а не про то, что кто-то прослакал. ПРы поздавали на людей, которые падают по КД. Какая-то залупа, это не ДПС. 5К адванс, 6К нямка, блять. Нямка вроде бил нормально. Че это все тут до 6К? 6К нормально. Кастеры с освобожденкой могут быть. Ну ладно. А хала че? Слабенькие одетые, да? Здесь лучшие ДПСеры это ханты, им вообще похуй на все. У них стаки очень медленно набирают. Ну я вижу, он на первом месте там Энги хант такой, на втором Маск. На четвертом Фусяо тоже хант охуенный. Ну, шо имеем. Все убивалось, как бы, просто, блядь, в рейде где-то по 6К ДПС дают челики, нужно, блядь, за каждой меткой скидывать. Если вы эту хуйню не понимаете, или если вы думаете, что я вам хуйню несу, блядь, то вайпайтесь дальше. Я предлагаю убить босса с первого трая. Сейчас убью, все будет нормально. И сколько нормально. Раз это все говоришь им, блядь? Не первый КД. Видимо, надо еще раз и еще раз повторять. Да, это по КД, это уже, блядь. Наверное, можно даже с каменным лицом повторять. Блин. Да. Здесь сам на орке твинки дают больше, чем чуваки, блядь, в своих персонажах основных. Кого-то маг, да, твинк вот этот? Да. Он не одетый, слабенький у него. Ну, там он, блядь, бор. У кого-то маг больше медведоёжа даёт ДПСа. Так, а чё ты удивляешься? Нашёл, чему удивляться. Слова 35К. У медведоёжа есть вообще, блядь, Т5 носовую или нет? Да, пускай. Их же там типа апнули в жопу вообще. Ты тут даешь, тоже не бомби, не бомби. Да хули он не бомбит. Не, вон во флугилке отвечает. Заебись, да. Я понял, типа, блять, уже давно в гильдии, но, блядь. Не обращай внимания на Враску. Он тоже побомбит, успокоится, он отходит. Враска вообще никогда не бомбил, не слышал от него такого. Он по-своему это делает. Он по-своему это делает, у каждого свои эмоции. Это просто я не бомблю, я не бомблю. Хорошо, повозмущаешься и успокоишься, отходчиво. У него на сове, блядь, Т5 нету до сих пор или что? Да два куска, я же говорю, ты слышишь? Он был танком, полутыл два куска на танк. Потом мы поняли, что он не умеет танчить от слова совсем, и он спекнулся в сову. А что, он не открыл два куска на танк или что? Должен был. Вот, он пишет, что два куска, один на следующем ГД. Сейчас у него нет. Один кусок был в танке. Ебать. Неудивительно, что такой ДПС. Если сравнивать. Рада на Варе 4 куска или нет? Остались два Вара, которым осталось по одному